Всем привет! Сегодня у нас опыт с водой, морозом и трубами. Полностью наполняем. Смотрим на наличие воздуха. Выгоняем весь воздух. Так, этот безвоздушный. Едем дальше. Безвоздушный. Дальше. Все. Закрываем. И таким же образом наполняем второй коллектор. Это у нас трубы не армированные. Опа. Товарищи, закрываем. Отлично. Так, а теперь вкратце. Я их наполнил водой. Все эти четыре трубки. Это у нас экопластик, ФВ-пласт, Валфекс и Проаква. Здесь также экопластик, ФВ-пласт, Проаква и Валфекс. Все они у нас кто-то армированный, кто-то не армированный. Стекловолокно и просто под ГВС, толстостенные трубы. Основные моменты выполнены из ФВ-пласт, тройники, угол также. Краны Valfex, это металюка. Это у нас тоже муфты Valfex, краны Valfex, тройники и уголок ФВ-пласт. Основные вот эти магистральные, так скажем, трубки короткие, это у нас ФВ-пласт, армированный стекловолокном. Все, а теперь я выношу на мороз и посмотрим, что произойдет. Так, на улице снежок. Прекрасная погода. Так, давайте-ка я поставлю их вот сюда. В теплицу. Хотя нет. В теплицу я их не буду ставить. Или поставлю. Давайте положу вот эту бочку. Да. Так, готов. Все, оставляю их на какое-то время. Скорее всего, на сутки, может быть, даже на двое. Так, я думаю, урожай созрел. Пора собирать. Так. Когда я их достал, все трубы в целости и сохранности на первый взгляд. Но при ближайшем рассмотрении... Так, основное все целое, все хорошо. Краны все живые, даже металлический кран. Вот этот и тот выжил. Здесь же у нас наблюдаются некие проблемы. Труба Valfex, армированная. Вот она. Появилась грыжа. Остальные в порядке, но на экопластике появилась темная полоса. Возможно, это место к прорыву. Они разморозятся, я дам на них давление порядка 35 атмосфер. Так, все, товарищи, поехали. Смотрим, что у нас выдержит эта труба, которая чуть заранилась. Так, давление 10. Пока нормально. 20. Годно 20, даже 22, 30, годно. Оба, слышно, как трещит. 40 атмосфер. И эта раненая труба все держит. Значит, она не полностью ранена. Отрезаем кусок поврежденной трубы и затем сюда ставим новый уголок и
эту же трубу продолжаем использовать для опыта. Следующий опыт у нас будет заморозка трубы с водой под давлением. Давление выставлю 40-45 атмосфер, хотя нужно атмосферы 4, чтобы проверить, действительно ли ее порвет при 4 атмосферах. Но мы ее крутанем довольно-таки сильно. И это уже будет у нас в следующем видео.